Ты наблюдатель за этой историей. Ваши отношения строятся на словах, к которым ты обращаешься. Твоя история состоит из слов, которые ты чувствуешь. Твое понимание изменит твой мир. Это может быть короткая, обычная история, или это может быть длинная, странная история. Это будет одно из двух вмешательств в эту историю, и эта история будет завершена изобретением и интерпретацией. Каждая история, которую ты почувствуешь в книге, будет правильной. Это короткая и длинная история всего за 7 дней. Я обнаружил, что лежу в постели. Я управляю билетом на пилинг. Я открыл глаза. Мое затуманенное зрение постепенно прояснялось. Там был незнакомец, прислонившийся к моей кровати. Эта игра похожа на головоломку, в которой тебе нужно расшифровать этот таинственный текст. Я не уверен, как это применить. В этом тексте говорится, что есть что-то, что-то вроде железа. Хорошо, давай просто посмотрим, когда это произойдет. Не мог бы ты сделать то, что ты просто жестикулируешь, чтобы общаться? Этот человек спрашивает меня о чем-то в своей жизни. Что? Это похоже на животное, а мы посмотрим. Пересекающийся язык. И пушка в ее стандартных одиночных словах. Я знаю. Может быть, это такая буква, как будто я нажимаю на кнопку. Это корова. Анна. Привет. Ах.
Я могу вспомнить. Я увижу твое это слово. Может быть, это существительное «но». Давай предположим, что это эти буквы посередине. Давай предположим, что это «а», и я не знаю. Я могу это сделать. Подожди, в чем разница между прямо сейчас? Давай покончим с этим. Хорошо, в любом случае. Я думаю, что это слово, которое состоит из согласной и двух-двух клапанов и заканчивается согласной. And ends with a consonant. Это как АБ, АБ. A B A A B. И я знаю. Noun. Я не знаю, что это за. Хорошо. Ах, и я думаю, что это. Хорошо. Этот человек. У него был пистолет, и он вошел в дверь. Я не мог понять, где они сказали. Я сам себя не понимаю. Я не могу знать. Это похоже на амнезию и каждую ее часть. У меня болит все тело. Мне интересно, был ли я взят под какую-то длительную опеку в какой-то чужой стране, и что теперь? Не то чтобы я не знал, что происходит. Возможно, мне придется положиться на них. О, я не знаю этого пола. Хорошо. Что? Ничего. Я собираю эту фотографию. Ничего не происходит. Я думаю, что могу написать что-то вроде типа «я». Верно. Хорошо. Mm.
Что это такое? Я покончу с этим. Три, четыре, пять, шесть, семь. Это похоже на календарь. Я не знаю. Может быть, цели свиданий. И ладно, я этого не делал. Я могу подождать. Я могу поговорить с ними. Привет. Хорошо, и... Лала, лала, лала. Хорошо. Они говорят, что это слово произошло. О, может быть, это их так зовут. Maybe it's their name, like this, Крест и квадратная бабочка должны быть холодными. Butterfly be cold. Я не знаю. Maybe. Может быть. Это я. Давай скажем. Это. Я использовал для этого букву А. Это блокирует. Может быть, я смогу использовать И. Я думаю.
Я думаю, что это x на круге. X on a circle? Я должен это назвать. Это гласное. Это что-то, что-то, что-то. E. Something, something, something. Maybe E. Я. Может быть, мне не стоит думать о письмах. Но также я думаю, что да, не так уж много. В этом языке не так много букв. Так что я думаю, может быть, я смогу заменить их английскими буквами. Я не знаю. Ады я в это. I ты. Будь. Этот. Это тот самый. О, но они указывали на себя и тосковали по мне. They pointed themselves and they pointed me. So может быть, это имя. Name? Это. А эта птица похожа на имя. Literally looks like name. Как будто это буква О в букве Е. A and E. Это не должно быть просто, но хорошо. Хорошо.
Я думаю. Ребенок. Прямо здесь. Может быть, я размышлял. Слишком много размышлял и уже забыл о сомнениях. Я думаю, что это. За ними. Хорошо. Это слово с пятью буквами. Должно быть «я». Это ты. Может быть, это все-таки не английский. Я не знаю, действительно ли это EA. If it's EA. А-а-а. Хорошо. Может быть, они знают мое имя. They know my name. Да, есть шанс, что они знают мое имя. И только что я потерял память. Just... I lost my memory. Я не знаю, где. Where? Это что-то вроде длинной птицы. Thank you.
Хорошо. Между прочим, эта игра просто режет на доллары. Да. Ты можешь стрелять. Да. Подожди. Я думаю, что это мое имя или какая-то работа. Что означает тебя? Хорошо. А? Я думаю, что в этом слове одна из букв должна быть. О, по крайней мере.
Это не английское слово. Я думаю. Этот символ похож, я имею в виду, что мусор похож на муху. Или я не знаю. Я думаю, что это. Это концерт из-за этой птицы. Один А. У нас это есть. Что? Нет, я просто выхожу. Но они говорят да. И? Да. Я об этом не подумал. В этом нет никакого смысла, если это действительно книга и название. Если это нет. Что?
Мы не можем довести это до конца. Хорошо. А, да. Подожди, это письмо есть. О, нет, это N. This is N. И... Нет. Это. И это может быть сейчас. И... О, я думаю... Подожди. Но. Это, но это длинное слово. Что? В?
О, это значит пик. This means peak. Посмотри. И... Это тот самый. Это точка и точка. И вопрос. О, чувак. Это сложно. Хорошо. О! Все в порядке. Подожди, это не так. О, ладно, это не так. О. Это нет. Может быть, это и так. И...
Давай предположим, что это так. О, и какой-то рост означает да. Это идиот. Ах. Может быть, я смогу на что-нибудь указать. И они ответили, что могут научить. Они не очень хороши, но они что-то говорят мне своими рисунками. Это поможет мне понять слова. Помнишь, что сказал этот человек, когда? Когда он сказал эти слова? Что? Это учебное пособие. Я слишком много думаю. Хорошо, один за другим, запоминание их может помочь мне понять слова. Что значит делиться воспоминаниями? Хорошо. И что? Эй-эй. Мне нажать на свинец. Я помню, как их построил Лил вот так. Этот человек, кажется, весь я. Интересно, научат ли они меня этим словам? Я воспользуюсь возможностью, чтобы выучить у них несколько слов. Пока я не помню. Это все, что я могу сейчас сделать. Что мне делать? Они бегут. Хорошо, вот так. О! Может быть, это значит пойми, пойми.
Подожди. Хорошо, что это ты. Что? Ах, подожди. Может быть, это значит вот что. Может быть, мне стоит отказаться от этого метода, заменив букву на let it. Подожди. Может быть, они говорят, что это мой стул. Это новое слово. И да, это мой стул. О, подожди, подожди. Wait. Это мой стул. И ладно, может быть, ходатайство об отказе. Может быть, они говорят, могут ли они сесть на стул. Или... Любовник или бас? Железо. Верно. Ах, может быть, эта птица означает, что она может вместить это. Maybe this word means like it can
Container. Вот и все. Железо. Я не могу соответствовать этому танцу. Что? Ах, что? Что? Чувак, я не могу этого сделать. Как я могу вернуться? Что? Может быть, это стул. Я думаю, что это дом. Хорошо, я.
Может быть, че. Выходи. Может быть, так оно и есть. Может быть, я смогу вернуться в эту комнату и... Это немного странно. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, что это цифры, но и количество букв. Найди это.
количество букв. Скрести плоскодонки с английскими птицами. Но как раз 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Но... 6. Это... И... По-моему, это бессмысленно, но я просто... Я не могу говорить, думая. Это было зеркало. Она сломана. Ты мне кажешься не очень хорошим, не так ли?
Это похоже на древо истины из Full Metal Alchemist. A tree of truth from Full Metal Alchemist. Я этого не знаю. Это просто так выглядит. Хорошо. Maybe letters themselves meaningless. Прямо сейчас. Может быть, это вопрос. Все в порядке. Okay.
Привет. Hi. Я не знал. Ладно, я устал. Да, я собираюсь арестовать их всех. I'm gonna rest a little.